начала недели стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Участковые вышли на проверку всех лиц, которые допускали правонарушения на почве семейно-бытовых отношений. Вставай, вставай, вставай. Ну-ка, встаем. Алкоголик, пьяница. Главная задача операции – проведение индивидуально-профилактической работы с лицами, которые состоят на учете, проводят беседы, проверяют на наличие посторонних и обстановку в доме. Сколько уже дыхаешь? Сколько лет дыхаешь уже? Полтора месяца. Точно. Полтора месяца точно, не больше? Начинает такой образ жизни по разным причинам. У кого-то не получилось реализоваться в жизни, у кого-то не осталось семьи, а кто-то не смог уйти от проблем. Ну, потому что это скучно стало. Должны проживать. Жена ушла. Немецко не появилось. А что делать мне? Многие так и продолжают прожигать свою жизнь, а некоторые пытаются встать на путь исправления, не доводя ситуацию до критической. Впрочем, отголоски прошлого дают о себе знать. А работу не могу найти. А работу не можете найти, потому что у вас были условия? Судимости были. Много. Раньше семьи ставили на учет практически сразу. Теперь эта процедура более длительная, и на учете состоят не все. На районе состоят, скажем, 54 человека, которые именно нуждаются в наблюдении стороны участкового, которого, скажем, по возможности, чем чаще проверять будет участковый, тем лучше для него самого. Всего за прошлый год было зарегистрировано более 2000 бытовых преступлений, что составляет 15,5% от общего количества совершенных на территории республики. Анастасия Шадрина, Батугармын, новости дня.